В минувшие выходные на Ерунгринском водохранилище развернулась настоящая ледовая битва. Более 30 автомобилей съехались побороться за звание лучшего водителя. Подробнее об этом в сюжете наших нерюнгринских коллег. Настоящие зрелищные автомобильные гонки в последние дни зимы организовали для нерюнгринцев члены команды внедорожного клуба «Экден». Поучаствовать в такой необычной для Южной Якутии гонке приехали и гости из Якутска, Алдана и города Тынды. У нас есть здесь чемпионы Дальнего Востока. В этих категориях они привезли очень серьезную технику сюда. Сегодня будем запускать и смотреть, что из этого получится. Заезды проводились по трем категориям: переднеприводные, заднеприводные и полноприводные автомобили. Всем участникам предстояло преодолеть сложную трассу протяженностью почти в 2 километра с резкими поворотами и виражами. Double Elimination, олимпийская система второго шанса. Каждый участник сделает минимум 2 заезда. Все сначала попадают в основную турнирную таблицу, проигравший при первом проигрыше попадает в резервную таблицу. Эта таблица играет между собой. Несмотря на отдаленность местонахождения трассы, поболеть за наших приехало немало нерюнгринцев. Площадку организовали очень хорошую, просматривается вся трасса. Надеюсь, что каждый год будет такое проходить и будем всегда приезжать на такие мероприятия. Я болею, я очень рада, кто побеждает когда. Благоприятная погода и высокий уровень организации позволили всем участникам благополучно пройти трассу и даже одержать победу. Это первое наше выездное мероприятие. Мы приехали 5 экипажами из города Тынды. Выставим в каждом, получается, классе. Сейчас стартовал задний привод. Взяли победу. Два экипажа стартовало, один, вот видите, не подкачал, мы выиграли, победили. Побывав на подобных гонках, можно с уверенностью сказать, что автомобильный спорт в Якутии развивается. Ледовая битва 2017 прошла успешно, а это гарантия того, что эти соревнования станут традиционными. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.